милые, живут в подъезде, два котеночка. С голоду уже перешли на сухой корм, потому что мама бросила их кормить молочком. И кошечка живет в подъезде третий год, тоже очень ласковая. Посмотрите, какая это прелесть. Он покушал сухой корм, живет в подъезде. Но я не могу приезжать сюда в Подольск каждый день. Я их сейчас положу им с корма, налью водички. Вот мамочка. А где-то второй вообще какой-то грустный. Ты не заболел? Вот он такой второй малышка. Они рыжие чудики такие. Живут по всему подъезду. Никому не нужны. Пожалуйста, люди, обратите внимание. Посмотрите, какие они. Покажи свою мордашку, Лапуль. Давай глазки вытрем. Ну-ка, глазки вытрем. Ты еще не научился глазки мыть? Не научился глазки мыть. Такие вот рыжих два комочка. Два комочка. Чего мы такие грустные? Сейчас я кормить вас буду. Да, мои сладенькие. Такие тигришки. Ходят уже в туалет. Вот сами я им поставила лоточек. Хоть и живут они в подъезде. Вот наелся сухого корма, бедолага. Сейчас я дам такого корма. Вот. Вот их не мама. Кошка настолько ласковая и нежная. Вот она живет уже третий год в подъезде. Я сюда изредка приезжаю. А вот сейчас обратила внимание, что котята родились они 8 марта. И посмотрите, сами научились кушать, сами научились ходить в лоточек. Вот я позавчера была, вот лоточек был пустой, чистый. Сейчас уже сами сходили. Один сегодня грустненький, второй уже покушал. Сейчас вот их приберусь, тут насыплю корма, водички налью и уеду. Люди, обратите внимание, а то они бегают, бегают по подъезду. Никому не нужны. Прошу вас, посмотрите, все проходят мимо и не обращают внимания на эти крошки. Разве они в чем-то виноваты? Виноваты только в том, что родились. Корм. Кошка почти все съедает, один котенок ест, один не ест. Вот, сейчас водички налью. Ну тот наелся. Ну-ка дай поесть ребенку. Дай покушать. Да покушай, маленький. Сейчас пусть котенок поест. А второй чего-то вообще не ест. Люди, помогите. Возьмите себе. Ты же можешь сухой корм поесть, миленькая моя. Все равно ты их не... Нет, второй не ест вообще. Что такое? Что такое, моя девочка? Пусть поедят детки. Что-то второй не ест. Не знаю, чего даже. Сейчас я им водички купила, налью. Пожалуйста, вот этот вообще прекрасный котенок. Он такой шустренький, маленький, ласковый. Мордашка такая, прелесть маленькая. Глазки не вытираешь сам, но еще мама не научила. Этот прям грустняшка. Давай его в коробку обратно положим с батюшки. Сюда. Эту газету оборвем. Вот. А так, когда они бодрствуют, они носятся по всему подъезду. И это просто жалость такая, что все проходят мимо. И никто не нужен никому. Посмотрите, я еще раз покажу. Вот такой солнечный ребенок. Чьи мои хорошие. Чьи такие глазоньки красивые. Чьи сладкие. А вот я не могу разобраться, только мальчик это или девочка. По-моему, это мальчик. Такой красивый, а может быть и девочка. Я не боюсь. Солнышко наел полный животик. Ведь вот я их сюда в коробку кладу. А мама пусть их не доедает. Пожалуйста, братья, вот видите, пошел в туалет. Сейчас сходит в туалет. Хотя котенок подъездный, и никто ему ничему не учил. Все он знает. Вот этот шустрый, а тот прям совсем какой-то неактивный. Так, дай маленькому поесть. Кошка может и сухой поесть, а эти слишком рано, видимо, он на сухом корме слишком рано. Кошка тоже очень нежная,
Такая она ласковая, мурчалка, да, диванная. Ну вот такая у нее судьба, живет в подъезде. Тоже никому не нужна, все хотят породистых. Вот. Помогите, люди, может быть, кому-то... Ну подожди ты, дай ребенку поесть, ты же можешь и сухой поесть. А тут чего-то и не ест, и не пьет, и не вылазит. Не знаю чего. Спасибо за внимание. Пожалуйста, посмотрите, какие прекрасные детки. Может быть, плохо снимаю. Ест как сухой. Вот этот котеночек ест как сухой корм, так и влажный. И ходит в туалет на лоточек. Спасибо за внимание.